Сегодня в администрации города состоялось заседание оргкомитета, посвященное празднованию Масленицы. Массовое гуляние пройдет в воскресенье, 17 марта. Ангарчан ждут интересные театрализованные представления с выступлением творческих коллективов, конкурсами и розыгрышами. У нас проводится Масленица трех. Это площадь Ленина, это Современник и торговый центр «Березка». Два из этих. Две точки названных трех проводит администрация города Ангарска, организует это «Современник» и площадь Ленина. На торговом центре «Березка» это осуществляет непосредственно администрация торгового центра. В местах проведения народных гуляний будет организована уборка территории, установлены мусорные контейнеры. Безопасность горожан обеспечат сотрудники полиции и пожарный надзор. На площади Ленина и возле ДК «Современник» будут дежурить два экипажа скорой помощи.